Видеоблогерский салам алейкум, вы на канале Вайстар, вы попали снова на конченый видеоролик формата «Я ожидал». Дал в рот, я имею в виду. Вторая история из школы, ее могут вспомнить только те, кто со мной учился, а именно одноклассники. Блять, забавная штука. И то, что я ее помню, а я хочу ее ебануто как забыть. Школьное время, не знаю какой класс, наверное класс 6-7. Я был максимальным уёбком в школе, в плане внешности, блять. Прям что-то со мной произошло такое, я не знаю, типа, если был выброс в Чернобыле, то он отразился даже на мне. Ситуация. Я на больничном, по-моему. А у нас какая-то там новая девочка в класс попала, блядь. А у меня и так были, блядь, напряженные отношения с одноклассниками, типа, блядь. И я сам это понимал, то, что если я уёбок, какие могут быть хорошие отношения с одноклассниками, блядь, если я долбоёб. И мы, короче, что-то общаемся вот с этой новенькой. Мы общались в одноклассниках. Такой, блядь, она какие-то, типа, странные штуки пишет. Я думаю, блядь, ничего себе. Я, походу, кому-то понравился. Я кому-то, блядь, понравился тогда. И я начал ебать накидывать. Хуиллион сообщений, там все. Миллион сердечек, если сердечек, то 25, 20, 40, 50. Ctrl-C, Ctrl-V. Проблема сейчас с прыщами была большая. Типа, у меня ко многим лекарствам, ну, типа, многие лекарства мне не могли никак вообще, блядь, помочь. Некоторые делали только хуже. Вот. Я попросил родителей купить мне клинзит. Клинзит — это замечательное лекарство. А зенерит — это пиздец. Так вот совпадает то, что мы все общаемся, все замечательно, все как бы, блядь, хорошо идет. Прям вот думаю, ну все, сейчас я приду в школу, блядь, пиздец, симпатичная девочка была. Тогда еще вечером, с утра все ебало мажу, а смысл зенерита в том, то, что он ускоряет созревание прыщей, то есть они, блядь, то есть если у тебя они есть, они могут долго у тебя проходить, но ты не уебан. А когда ты намазался зенеритом, блядь, это как губная помада такая, типа, такая штучка. И мажется, блядь. Ебало все красное, как будто у тебя вместо лица просто большой-большой прыщ. Такой огромный такой. Уёбский, сука, такой противный, блядь. Я красный, как черт ебаный. С хуиллионом прыщей, блядь, больше, чем звезд в галактике. И я, короче, прихожу в класс, блядь. И, соответственно, все это время со мной общалась нихуя не она, а общался весь коллективный, блядь, зал. Все одноклассники, вот, типа, блядь, вообще все. То есть большая часть, с которыми у меня всегда какие-то были рамсы, траблы, какие-то проблемы, то, что, блядь, меня не принимали, потому что они были людьми, а я был обезьяной из этой стаи. Ну, я, блядь, никогда не был так рад за людей, которые настолько сильно смеются, блядь. Я просто охуел. Плюс я шел еще красный, как демон. Я, наверное, блядь, вообще задымился, воспламенился, блядь, как фитиль нахуй. Я, блядь, был... Кристиан Фитиль. Вот так. Может, там вместе школьную программу, блядь, вместе школу заканчиваем. Там уже в 11 классе, блядь, все, медлячок, чтобы ты заплакала. Вся хуйня, блядь. А тут я, блядь, черт ебаный. Весьма забавно. У кого-то было что-то подобное, можете написать. С удовольствием почитаю.